Легким движением руки ничем не примечательный цветочный вазон превращается в цветущую клумбу. Розовые, малиновые, фиолетовые, петуньи органично вписались в зеленый пейзаж Красноглинского района, который, как и вся Самара, присоединился к проекту «Цветущий город». Вазоны мы добавляем специально плодородную, подготовленную почву. И, в общем, завозим посадочный материал уже взрослый, цветущий, специально в посадочный горшочек. Аккуратно вытаскиваем. Вот. И с корневой системой целой выкапываем ямку специально и сажаем цветок в положенное место. 20 новых вазонов расположились на всей протяженности улицы Сергея Лазо. Два из них закупила районная администрация, остальные 18 появились за счет предпринимателей, которым тоже не безразличен внешний облик красной глинки. Не забыли и о клумбах, и о скульптурах, которые тоже создают цветущее настроение. У нас уже посажены цветники вдоль уличной дорожной сети. Ассортимент растений привычный, но тем не менее, благодаря тому, что грамотно подобран растения по цветовой гамме, по размеру, то есть создан определенный красивый рисунок, который через 2-3 недели уже будет полностью радовать, я думаю, что наших жителей. За цветами будут ухаживать все лето, прореживать, удобрять и поливать. После того, как цветы высажены в вазон, их необходимо полить. Сажать у меня не очень хорошо получается, а вот шланг с водой мне доверили. Петуньи требуют много воды, поэтому хорошенечко их поливаем, и тогда они будут цвести до самой осени. Марианна Мирная, Константин Головин. События.